И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Ви, и мы с вами продолжаем играть в Borderlands 2. Итак, наконец-таки мы с вами разобрались с дополнительными квестами. И у нас теперь, наконец-таки, перемещение в гиперионский заповедничек. Идем через мост Гипериона. Ничего, разберемся. Тачкомат есть? Есть. Едем. Угу. Понял. Да, я не совсем туда поехал. Но в безумном максимум мне лучше получается водить. По крайней мере, получал. Да, на вот. И облик черная вдова, но мне не нравится. Так что будем бегать так. В принципе, облики это для сетевой игры. А так как у меня друзей нема... Нафиг. Телепорт есть. Я думаю, что твой друг Клаптрап мог пройти через это форс-филд. Сейчас он на дате, но он нужен для софтвера. Мордекай должен иметь, что тебе нужно. Он укрепился рядом с презервом. Think he needs your help with something. Да, телефон тут есть, отлично. Отлично, отлично. Хорошо, по рецепту врача это глубже, да? Да. Ну, заповедник, значит, где-то. Ты чё, охерел, что ли? По стенке тут лазит. Чувак. Ты софт не для железки этой стороны, да? Или нет? А, и да, я поработал тут немного еще на Доридии, но пока что решил оставить его. Потому что я не знаю, что мне больше пригодится. Дробь или еще что. Иди нахер, рак сраный. Морды. Кай. You all right? Sorry I missed the action. I saw some Hyperion movement out in Tundra Express, so Bloodwing and I checked it out. Didn't realize we were walking into a trap. Bloodwing gave me time to get away, but bastards grabbed her. Brought her here. Ага. Вот такая винтовка здесь. Хорошо понял. Роботы, скаги, живоглоты, хранилище кровокрыла. Это придется вот так бежать. Какой-то купол и корпус наблюдения. Ёб твою мать.
Окей. Rolling Echo to head. All my data's on a chip in my bird Bloodwing's collar, including your claptrap upgrade. Some Hyperion jackasses nabbed her, took her into the preserve over there. I'm glad you're here. I've been scouting the place for the last half hour, and it looks like at least a two-man job. If you can get inside through the shipyard, I can give you support and lead you to Bloodwing. You get my bird, you get your claptrap upgrade. I'll provide support, just like in Tundra Express. Так, то есть мы вот здесь, нам туда. Вон туда. Jack makes me laugh. He kidnapped Bloodwing, so I start pissing my pants and making threats that if anything happens to my bird, I'll blah blah blah. But Blood and I have been through a lot. I know my girl can handle herself. Большой спойлер. Зря так знал. Очень. Не было, она надо. Они его похуй... А, нет, это ради. Окей, поехали. Unauthorized access detected. Releasing loaders. Crap! You're chucking loaders at you? Success. Give me a second to think of something. I'm an even better shot when I'm drunk! Да чтоб ты... Okay, I got an idea. If you cripple some of those loaders, but don't kill them, they'll have to open the door to send reinforcements. I wounded that one. Now move on to another loader. А, понял. Ладно, тебе сейчас на пульт делают. Bloodwing should be in the holding cells at the other end of the facility. Find her, you'll find your claptrap upgrade. Не прощает своими лишнями. Потому что если он его не прощает, он отбивает патроны от меня. А, все, прям хорошо. Значит, так разбираемся. Так, а вот это у нас сундучок, который как-то питается. Питается на походу вон там. Автоматом, не с напором, не ракетницей, с дробью. Так, ну для начала я хочу вот эту вот камеру открыть.
Мне вот интересно, что это будет? I still got it. You are creating a safer, kinder pandemic through torture. Success. Damage. You didn't success. Ты в другой игре. Nearly paid off the house. Ну лети уже сюда. Я знаю, что здесь. Так. Да, вот оно. А, может запрыгнуть даже. А что готовят? Они единственные, да? А, нет. Смотри-ка, походу единственная. Отлично. Окей, пистолеты. That is lovely. Не, нихера. Не лавли. Ну окей, бежим дальше. А, секунду. Это еще дальше. Еще дальше. Но мы в любом случае по ходу дела будем проходить через них. А пока бежим. Exploitation Preserve. Jack says he built this place to promote science and discovery and whatever the hell, but it's BS. They're just using slag to experiment on every creature they can find. You gotta get Bloodwing out of there. Yeah, тут видно здесь до хера вот этих вот контейнеров и то, что они изливаются. Скади. Серьезно? Не, мы тоже серьезно? Еп! А, ну, ты кого нахуй, парни? Плевуны, плевуны, все прочее. Идите-ка нахер. И особенно ты, тварь. О, спасибо. Что за не попал. Ну, а вот первая запись. Окей-доки, Сэмми, let's say we start that test. It's Dr. Samuels. The test subject is still conscious. You can't expect me to... Sorry, baby, I can't hear you over the sound of people not being injected with iridium right now. His fault key didn't make iridium come out of the ground for nothing, right? So, you've got it. You might as well do some good with it. You're not eager to be on the other side of that glass, are you, sweetheart? Commencing iridium mutation test on subject number two. Subject, Eric Franks. Oh, hey, you're in the preserve. I was gonna do this whole thing where I'd lure you in here and kill you, but you just, well, you just kind of showed up. Thanks for saving me the trouble, kiddo.
Бежим дальше. Камеры с лотами. Те же самые два лотка. Издевайтесь. Прошу прощения. Так. Slag mutation is a volatile, brutal science that lies in the face of human ethics. Needless to say, I'm extremely interested in it. Get me some samples of the slag serum Hyperion is using on the wildlife. Ты... Стоп. Это в это задание пошло все. Ага. Да. Окей. Так, дальше мы идем вот сюда. И хер с ним. Это... И как? Точнее, не как, а откуда? Их что, выбивать, что ли? Слышь, ты, ну... Прыгучий мразь. Топает гранат. Что за херня вообще происходит здесь? Я видел, где-то есть трубу. Я вообще нихуя не понимаю, что происходит. Какая тварь эти врыгает? Здесь я тумбу видел. Вот он. Вот бы... Господи, самое ты дерьмо. Чтоб ты... Блять, не знаю, какими уже словами выражаться. Я нихера не понимаю, что происходит. Тумба. Ёбаный ты... Спасибо. Бомбануло. Потому что у меня нет других слов, блин. Когда тебя шатает из стороны в сторону, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И ты нихера не можешь с этим сделать. Просто потому что врагов ту его хуча. Так, отбомбил. Идем дальше. Хотя магазинчики есть. Ура. High quality, low prices, так. And no question asked. Раз. Thanks for the scratch. Три. Так, максуровень херня. Время сменения херня. Гранаты херня, щиты тоже. Tell your friends, Marcus munitions. Есть что интересное? Нихера. Вижу уже второй дневник. А, нет, это шлак. Это образец шлака. Шлак-блок, блин. То есть хер его знает, где мы достаем образцы шлака, но нам надо достать 10 штук. Следующая мразь, которая ко мне подойдет. Кто? Оба! Окей.
телепортируются они, видите ли, вокруг меня. Привет. Я твоя свинья. А ты кто? Лучше прыгучая мразь. О! Здорово! Давно не виделись. Минут 20. Ри, привет. Critical. Critical, critical. Серьезно, да? Ты охудел? Слышь, ты, да. Там похудел, что ли? Не, мне насрать, но ты реально похудел, что ли? Ты рядом с этой херню со мной. Почему они такие мрази? Кто мне скажет, кто мне расскажет? Че-то не Коганема. А, не, вот же во блотике ходит. Лодвинг должен быть в одной из этих камер. Не беспокойся о грязных и других. Они не могут дойти до тебя. Просто дойди к Лодвингу, и у тебя есть то, что нужно, чтобы апгрейдить клаптрап и пройти через эту смертную стену. Еще два шлака валяются внутри. Это у нас Каг. Так, я же помню, как-то же можно открыть эти двери. Я же это помню. Нет, херня. Тоже херня. Почему нельзя вот эти вот образцы взять? Please listen to me. I don't care what you do to me. Just let my husband go. He's got the shivers. He's not for your goddamn experiments anyway. Just please let him go. What's the hold up, Sammy? Don't call me. Это что за дерьмо вообще? His husband has the shivers. Transmitted. Hey, remember that wife of yours and how you wanted to see her like ever again? You can't. Still don't hear screaming.
Жену? Ладно, против лесбиянки я ничего не имею. Ну, блядь, что это за дерьмо сейчас было? Кто-нибудь понял, что это за херня сейчас была? Ой, что-то мне не нравится, что они все проснулись. Ой, мать ваша, что-то мне это не нравится. Ой, не нравится мне это все. А может зря? Просто я помню, вот. Я реально помню, что вот эти камеры, они все открывались как-то. Как то. Может быть, это из той комнаты делается. Но я помню, что они открывались. Кровокрыл. Ну и ясен хер, что это ловушка. Но мы еще не все образцы собрали, так что... Обойдешься, это ошейник. Да? Нет, это первого. Looking for Bloodwing? Oh, I moved her a few hours ago. Somewhere a little more dramatic. Bloodwing ain't there? Damn it! Jack's playing games with us. Wait a minute, wait a minute. I'm seeing some commotion in the observation wing. Maybe they moved to there. Just keep pushing through the preserve, amigo. Mm-hmm. Hey, you know what I just remembered? It's reading time. Я Жванга. Просто в одно слово. Я Жванга. Вы, блядь, издеваетесь надо мной. Как? Мать вашу. У меня грёбаных 2000 щитов. И не менее 2000 хп. Какого хера? What the fuck? Сюда, едина. Мразота. Кто еще здесь? Еще один прыгучий. Я же говорил, что эта херня открывается вся. Так. И вот таким образом мы попадаем, кстати, вот в эту комнату. То есть вот еще шлак. И вот тут шлак. Только половину мы собрали. Да, ну это херня, все это на продажу. Так, магазин здесь далековато. Магазины, ну... Сколько у меня в инвентаре? Еще 5 мест. Я, пожалуй, сбегаю до... магазина и через секунду прям вернусь. Продолжаем. Я перепродал инвентарь, так что у меня все очень и очень стало чистенько. Давайте урон в ближнем. Ищу. Блять. Что, блядь, происходит? А, ну мне в любом случае вниз.
Что, блядь? Что, блядь, вообще происходит? Я нихера не понимаю. Уйди сюда. Нет. Вот же лужа. О, шлак. Серьезно, да? Кропаль. Сука. Я уже две гранаты циклонов просрал. Просто потому, что они берут и уходят в инвиз. Нет, мне не показалось. No! Please, no! What's going on? What is this? Today is a great day, Maya. Today, your training is finally put to use. Who are these people? Terrorists, criminals, evil men. You will destroy them, as is your duty. This is what you have trained for. What? To execute unarmed men? Do not question me, child. These men are a danger. Brother Harker, bring the first sinner forward. Yes, Brother Zophis. On your knees, sinner. Oh God, not her! Not her! What is this man guilty of? Do not question. I promise! I'll pay! I'll get you your tithe! Just don't let her near me! What? Do not listen, child! Execute him! Ah, to hell with it. What are you doing, child? Put me down! Правильно поступила. Церковь и в наше время херню творит, которую может смыть только убийствами. Космос есть одна обсерватория, там я не помню где именно, в Питере вроде бы или еще где-то. Бога нет, до хера церквей. Зашибись. Молодцы, они еще и бабло выкачивают миллиардами из людей и ни хера не делают. I had my boys build the preserve to research the full applications of slag. See, it's not just an elemental damage type. If you know how to use it, slag has lots of applications. Называйте меня как хотите. Я терпеть не могу наше правительство, потому что ни хера не делают. В том числе церковь. По той же причине. Падла. Там еще раки что ли летают? То, что вот туда куда-то полетели. Мне как-то немного напрягает вот этот звук открывающихся дверей. Я использую свою способность. Собака-овность. Сука, он еще и наперед стреляет. Гнида. That was enjoyable. Чё? Команда со мной. А, ребят, ну нахера вы мне в одиночной игре даёте это? Ну, вот этого первого вынесли. Ой, оружием стреляет. Чё за хер? Ай! First, preferably one with a camera.
of the creatures surrounding you. Do not consider the fact that, barring any major accidents in the next few minutes, they will likely outlive you. Bandits! Dumb! Иди сюда. Ты, да, ты. Какой мудак стрельнул в меня это? А? Ясно, понял. Худел. Считай их затейник, мать твою. Разошлись, уроды. Еще одна шлаковая стопа. У их я уже хер знает сколько нашел. Все равно ими не пользуюсь. Так. Остался последний образец, где-то достать. И допку мы выполним. Да чтоб ты... Так, нихуа, нихуа... Да что ж вы так на пистолетных патронов даете, а? Ты ж начинал взрыв. Вот, молодец. Спасибо. Слишком слабо тебе не поверишь. Не, чувак, ты неправильно знаешь. Поверь. Ты, блядь, что такое? Ну ок. Чё? Вау. Хорошо, десятый. You found the slag samples? Fantastic. Leave them with Roland once you finish whatever irrelevant thing you're doing right now. Put me down, child, now! 27 years. For 27 years, you've been using me to keep these people frightened, haven't you? You don't understand! Shut up! You didn't want me to protect this planet. You wanted me to keep it scared, keep me locked up so these people would do what you asked. Nobody's gonna disobey the order if they've gotta face the wrath of a siren. Is that it? You know nothing! Child, you have so much left to learn! You don't... Don't call me child. Everyone get out of here! You have nothing to fear from the Order anymore. I'm leaving. But where will you go, child? Maya? To Pandora. I'm gonna find some answers. Angel. Yes, Jack? Find her. Ну, причем это еще только второе эхо. У нас есть еще где-то два эхо, которые нам расскажут про прибытие Майи на планету. Но я так забыл... Он мне заебал. Можно их убить, а? Шлаковое это и... Commencing slag injection on subjects supplied by the Hyperion liaison known as... Flesh stick. Don't worry, honey. Everything's gonna be okay.
recording, at which point I will have all the data I need. Рад за тебя, Танис. Но с другой стороны, Майя поступила правильно. Нехер страдать херню. Вот! О, 40 опыта. Сколько я? 2 опыта. О, это последнее. Remember that heavy red rock I told you to hide in your dress? Pull the pin at the top, then throw it at the wall. Mommy? Just run! Tina! А, то есть не этот вот Хэр с этого убил родителей Тины. Ну, по крайней мере, моя логика такова. Имена те же и все такое прочее. Ну, окей. Значит, ее родители убили в опытах здесь. Так. Сколько у меня места? Места у меня много. Гранаты 4. Ракеты 17. Надо проверить ракеты еще. Так. Здесь ничего интересного для меня. Здесь есть еще дробь. Сейчас узнаете, почему я так это все проверяю. Ладно, поехали. Want Bloodwing back, huh? Shame. I've been doing some really interesting iridium experiments with her. Hate to see her go. But heck with it. This is all yours. Oh my god. Just give it up, kiddo. Bloodwing's got all the elements at her disposal. Fire, electricity, corrosion, slag! And... Ah, damn, I forgot the last one. What the hell was that again? God damn it! Just weaken her and I'll hit her with a trick! I'm sorry, soldier, but you gotta beat Bloodwing down. Do what you can to save her, but if you can't, she's got what we need to get into Control Core Angel and grab the Vault Key. That's what matters here. Урон не проходит. А. Вот теперь начал проходить. Сейчас мы его успокоим, ага. О, криты проходят. Дайца. Slag, fire, electricity, corrosion's coming up next, but what am I forgetting? Не звезди, ничего ты не забыл, чувак. Давай, коррозия. Corrosion, yeah, I remember that one. Come on, what is left? Все ты помнишь, сволочь. I'm loading the train dot. Tranquila, blood. This won't hurt, I promise. Okay, she's still alive. Get the microchip from her collar, and we can get her back to Sanctuary. Oh, now I remember. Explosive! No! That is why you don't screw with me. You and your little friend Mordecai turn yourselves in, or that dumbass bird is just the beginning. God damn it, Jack! I'm gonna kill you! You hear me? I'm sorry about Bloodwing, soldier, but we gotta keep moving.
Get that software upgrade to Claptrap, and we'll be able to get through the security field leading to Control Core Angel. Тебе настолько насрать на эту птицу, что ли? В первой части она тебе точно не один раз задницу спасала. Вон она, Мордекай стоит. Соболезную, чувак. Хорошая птичка была. Не помню, как-то проходил то ли первый, то ли... Я не помню, какой раз это был. Но помню, перепроходил первую борду за Мордекая как раз. Хорошая птичка была. Очень хорошая. Собираем. Раз уж нам ничего не дали. А, окей, я поторопился. Модификаторы. Херня. Херня. Давай продолжим. Модификатор, информатика. Нет, это точно ставить не буду. Нет. Место. Так, что мы выкидываем? Или мы что-то используем? А мы выкидываем щит. И бежим дальше. Oh, where the hell is... Oh, I had a violin somewhere. I was gonna play it all sarcastically. God damn it, it was gonna be awesome. Blake! Where's the bloody violin? И бежим отсюда. Думаешь, я этого дерьма все удалю? Ха? Зря ты так думаешь, что... А вот этого дерьма я... Окей. Нихера себе. Вот это ярость Мордекая называется. Текс. Пожалуй, я сбегаю до магазина, перепродам все, что мне нафиг не надо. Потом еще раз прибегу и все соберу. Так, нам вроде сюда. А, нет, там вниз. Все правильно было. Да, думаю, это хороший. Херня. Все херня. Нафиг. Так, все в баню. Это тем более. Да, неплохо. Сейчас вернусь. Так, а теперь продолжаем. И возвращаемся в убежище.
right, sweet, sweet. Found it. All right, this is a song for Mordecai's stupid bird. Innie. Are you a screw you? Would have been hilarious if I found it earlier. Shut up! Так, сдаем квест танец. На тебя. In addition to being highly entertaining, the data you found may hold the key to stopping the spread of slag poisoning. Мы, конечно, берем реликвию, блин, и продаем ее. Lock and load. Может, но мне такая реликвия нахер не нужна. Вот серьезно. Я одиночка, так что. Buddy, what the hell are you? Holy scatsack! I'm invisible. This is you. I can't. Minion, give me five. Oh, right. You've earned it. Great. Claptrap will get us into Angel Security. Your eagerness, however, has been noted. We may have a way past the bunker. Come on, right here, up top. Don't leave me hanging, bro. That's what I'm talking about. Вот почему так пролагало-то. Еще один одно достижение D5 железяки этой. Ладненько, сдаем квест и завершаем миссию, серию. Ludwig, damn. Yeah. Remember that time Mordecai got shot in the shoulder and he just hid behind cover and threw Bloodwing out to face those bandits on his own? Yeah. And Bloodwing just flew around and around in circles, not attacking anybody. And Mordecai was screaming at him, "What are you doing, you coward? Get to killing!" Blah, blah, blah. And finally, Mordecai stood up out of cover. And Bloodwing went screaming down into the fray and killed all those bandits in a half second. Yeah, he wanted Mordecai to see him do it. Wanted to make him proud. And Mordecai was happy as a skaggin' slag, kissing his beak, scratching his neck. Yeah, which would have been cute if Bloodwing hadn't been covered in entrails. Ah, shut up already! I'm a bad person. Бедная птичка все. I'm sorry about Bloodwing, soldier. But there's still more to be done if we're gonna reach Angel and get the vault key. Take this note to Thousand Cuts. You're going to deliver that note to a bandit leader known as the Slab King. Now, he used to be a part of the Crimson Raiders until his methods got too brutal. I didn't think ripping Hyperion officials limb from limb in front of their loved ones was an effective way to get intel. He disagreed. Still, he owes me a favor, and he can help us get past the bunker outside Control Core Angel. Что за дерьмо сейчас происходит вообще? Этот танцует на месте, Лилит телепортируется. Что, блядь? Так, хорошо, давайте соберем допросы. Bloodwing's dead. Jack's nearly got the vault open. I don't know about you, but I need a drink. Or more like a lot of drinks. The Hodunks run rack ale out of the dust. Blast the kegs off one of their booze runners and get them for me. Так, и еще один. The engineers working in the Hyperion Preserve are still alive. You're gonna fix that. When I was doing recon out there, I heard them experimenting on three badass creatures. Get out there and free them. I want to see a bloodbath for what they did to my bird. И квест еще, насколько я понимаю, у скутера. I remember when bandits were our only problem. Да, у скутера. Ну, берем чё.
Got some work for you. I'm trying to write a love poem for this chick, Daisy, but I need some inspiration. Something to get my juices flowing so this poem will get her juices flowing. That's sex. Use this camera to take some pictures of interesting landmarks that I could toss in the poem, would you? Okay, хорошо. Always pick up any nude mags you see. Never hurts to have a fallback. А теперь посмотрим. А нет, это все. Считай, поэтическая вольность, это тоже у нас тысячи порезов. Анонимные рокоголики у нас в песках и права животных обратно в гиперионских. В гиперионском заповеднике. Так, давайте-ка мы сделаем крит. Окей. В следующей серии мы все-таки с вами пойдем по дополнительным квестам. Снова же. Что? А пока всем спасибо за внимание, всем пока, всем удачи и увидимся с вами в следующей серии.